тоже там. Ладно. Туда, ага, самый далекий.
Только интересует, понимаешь? Где я даже? Он же не удалось. Да, не жить, не. Ни тебе, ни вам. Потому что я так свою жизнь жил. Да? Как видите, она просто получается немножко лицемерие. И немножко, и немножко. Я нахера же, как говорится, да. Да. Если будешь за других, ты меня понял уже. Ты понимаешь, да, что если это закон. Да. Тогда ты будешь уже профессионал, тогда тебе надо деньги за это получать. Потому что ты, да, то есть, что-то будешь кому-то доказываешь, как будто, да, понимаешь. Нет, когда ты просто так доказываешь, чтобы другие люди подтвердили, что ты прав, или чтобы самоутвердиться, да, и чтобы с собой поработать. Потому что, да, может, стержня просто не хватает, надо его как-то осознать, выработать и уже точно понимать. Потому что ебанутая вся семья, понимаешь? Вся семья Боевич, там, и Чудновичи, и всех этих. Да. То есть, как бы, они все, ну, не то, что смерти мне хотят, такое наследие так получилось, что я, как бы, не буду, ну, понимаешь, как бы. Я никого не осуждаю, просто меня не устраивает. Да, ты достал уже просто. Вот я тебе и говорю, просто это, да. Да нет, это я не про себя, ну как бы про себя, но как бы вообще в целом. Да. Нет, у них все нормально. Это их проблема. Да на мне насрать на них вообще. Еще раз эти, да, то есть как мне жить, мне только надо знать. Да, просто потому, ну потому что я не из космоса появился. Меня родила мать от отца, понимаешь? Мать, она Чудновская была, потом стала Губаевой, потому что у меня отец Губаев. Марат Эдуардович, да. Да, понимаю. Ну, понял, да. Ну, это он есть. Я тебе все скажу. Ну, ладно, ну, у тебя другая ты. Евгений Маратович, у тебя отец. Евгений Маратович, вот, да, да. Ну, да, неинтересно мне уже, Андрей. Да. Ну, вот я просто про это и говорю. Что если ты будешь говорить за других людей, то это, ну, как бы чревато, ну, короче, не расхлебаешь никогда. То есть это, да, будешь всегда уродом. Да, и всегда будешь свирепым, и всегда, и всем больным будешь всегда. Да. Поэтому надо всегда только о себе печься. Только по-настоящему, как я бы сказал, только ты не знаешь, да. Да, надо, вот видишь, надо, то есть что-то, да, понимаешь, и это процесс, да. Но этого недостаточно, чтобы выжить. Но чтобы жить, тебе нужны то, что люди производят. Продукты, там, питание, да, жилье, помещение, то есть тебе нужна профессия. Правильно? Но если это женщина, значит надо страдать и ноги раздвигать, как говорится. Да. Ну, получается, как бы, да, ну, то есть они как бы типа святые. Они, чтобы помучиться, вот, чтобы рожать, мучиться, жертвовать собой, чтобы вот мучиться, да, понимаю. Потому что они живут не как мужики, не ради себя, они ради себя, но в смысле в духовном каком-то, да. Понимаешь, духовного страдания и очищения, и чтобы прожить жизнь души, да, ну, то есть чтобы чувством познать, вот прям раствориться в этой всей вселенной, наверное, да. Я не знаю, да, то есть, ну как-то так. Ну, женщина не. Ну так получается, значит. Да. А просто это мерзко, когда женщина как мужчина и начинает такая. Фи-фи-фи, как бы, да, даже косметику, когда она на себя намазывает, это уже как-то не очень. У меня не касается, я ничего не навязываю, мне на это насрать. Просто это универсалия, которая, как бы, вот, которая на всех распространяется, наверное. Мне на это насрать, я просто тебе объясняю, то есть, что-то, то есть, да. Мне начхать на это вообще просто, блин, понимаешь, я просто же, да. Я не давал, что вы недоумки все, или наоборот, там, да. Самый умный, наоборот, да. Мне это не касается. То есть, свобода, понимаешь, полная свобода, вообще. И да. И даже бояться, это всего лишь объем работы, оказывается.
Не надо раздваиваться, ибо я да, понятно. Да, да, да. Профессиональная работа, уж прости. Да, да, да. То есть за деньги. Если деньги. Я фальшивка, потому что, да. Потому что у меня семья вот такая вот, познакомься с Губаевичами, с Чудновичами, да, с ними, да, и так далее, да. То есть я их репрезентую, их, так сказать, да. Ну просто у меня это в такой. Ну это для меня предпочтительнее. Ну так получилось, так я завернулся. Да. Так вот. Из своей кармы, так сказать, своего места бытия. У всех свое, у всех по-своему, понимаешь? Позавидовать можешь только себе, который мог бы сделать лучше, понимаешь? Ну, ничего страшного. То есть, это можно его понимает. Ну, как вот у Норбека же так говорят, да, или у кого? Психологи так говорят, а может, и не мог лучше, вот и все просто, да, понимаешь? Не хватало знаний, навыков, чего-нибудь ему, бла-бла-бла. Но, ну, да-да-да. Но есть как бы обязательный момент, то, что если ты рыпаться начинаешь, то ты погибаешь, да, понимаешь? То есть, как бы надо мудро как-то, да-да. Просто не знаю, уж думай сам, да. А у женщин просто как-то вот, у них боязливо его надо как-то, да. Без шевелений, да, понимаешь. Это просто, ну я тебе просто объясняю, что женщина это не мужчина, понимаешь, а вы все психбольные, то есть я тебе сейчас говорю про мужчин, а ты думаешь, что ты женщина, и ты про себя зачем ты думаешь? Зачем ты думаешь про себя, да, то есть и вообще думайте это моветон, женщина, ты зачем думаешь? Да, иди отдавайся, ты вообще меня зачем слушаешь? Иди отдавайся, кто у тебя там, мужик, глава в семье, там, не знаю, меня вообще насрать, кто за тебя ответственность несет? Ну да, вот и все. Вот как мне этот деревенский чувак один говорил. Ты говоришь, вот ты одеваешь женщину, обуваешь, вот тогда на нее можешь смотреть и что хочешь с ней делать. Ну, грубо говоря, детей с ней типа того, да. А так ты что на нее смотришь-то, как бы, да. Понимаешь, как, то есть, да какая разница, Есенин ты или ты членосос, понимаешь? Есенин ты, Чудновский, ты какая, ты романтик, Вагнер, Хуягнер, это все одно и то же говно. Все членососы, да. И это проявляется, просто, ну да, понимает он тебя. Нет, я тебе сейчас говорю, Стас Михайлов это другое. Это меня не касается, что ты ебан, бля. Твои проблемы. Я тебе не про профессию говорю, я тебе говорю вот про романтизм, казановство, про да-да-да-да-да. Про боярщину, что ли, да. Когда чужих жен там, или, понимаешь, да. Отношения строить, как бы. Да, понимаю. Да. Оно, ну тогда это всегда будет больно. Оно всегда будет против всех. Не только против тебя. Против всех всегда будет, да, понимаешь, да. Ну, на понимать я тебя уже просто, да, да. Здесь негде обоврать меня, понимаешь, да? Я знаю, что вам это нравится, но вы ничего не понимаете в этом. Но если вы женщина, так надо чувствовать, значит, свою жизнь как-то. Чтобы кто-то строил за тебя, а ты жила чувством, наверное, как-то так, да, понимаешь? Вокруг тебя, чтобы обстраивали жизнь, да, как-то и без всяких твоих мнений. И ничего не надо, да, живи душой только, и все. Полная свобода, как говорится, да. Да, и чувств, свобода чувств еще, да, 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 вот, ну, а что, не так, что ли? Понимаешь, ну, я тебе говорю, что все мужики, они все, как бы, все они вагнеры, все, понимаешь? Если ты нормально, то есть, как бы, он, да, да. Да, понимаю, меня это не касается, мне это не интересно. Потому что все особи мужского пола, они все особи мужского пола, понимаешь? Да, то есть так же, как и женщины, они все женского пола, и все. То есть из них и всех, ну у них у всех есть характер. У мужиков, наверное, не хватает характера. Но ничего страшного, они все мужики, то есть они возьмут и сделают себя настрой, потому что деваться им некуда, у них они все равно мужского пола. Даже, да, понимаю. Это всего лишь вопрос, да, это нормально, понимаешь? Это, да, и они сами этому, ну сегодня они к этому, может, не готовы, как бы, просто потому что много говна. А на самом деле всего лишь объем работы, понимаешь? И даже если ты такой, ну ладно, не, я проживу как жить, так вот я проживу. И ты такой, да, ну давай такую притчу сочиним, типа, такой дьявол тебе показывает, ну давай проживи просто так. Ты такой, знаешь, и он такой, ты такой, и ты понимаешь, короче, блин, не, так не надо жить, блин. Давай-ка все обратно, да, понял. Да. Ну зачем, у меня специальность есть, не только строительная. Да. Нет, строительная специальность не для того, чтобы строить дачу и коттедж, а для того, чтобы за деньги строить дачу и коттедж по заказу, может быть, бригада. Да. 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 Ты меня за кого держишь? У меня не казенная жизнь. Да. Да. А не надо, женщина, у них нет такого понятия уважения, они там прилипнут к тебе, вот они к тебе, то есть или наоборот.
Да, типа того, понимаешь, да. Понимает он тебя. Просто все наоборот. Почему все наоборот? Ты тут, да. Ну вот и все, нет никаких вопросов. Привычный шипов. Как в природе нет, так в психологии их нет, так их вообще нету, просто нету и все. Живи нормально, успокойся уже, да. Ну не, поскольку это, ну на мне наплевать, я просто следствие делаю. Ну значит нет, только мне такая жизнь подходит. Значит вы все какие-то другие, а я вот такой вот. Мне на вас, ну как бы я не то что, да. Нет, если у тебя есть деньги, все, ты уже в деле. А я не в деле вообще, поэтому я как бы, да, типа того. Никто, ну при чем здесь виноват? Ну как бы виноват я по идее, если говорить так, да. То есть... Я такой путь избрал, но в моей семье это возможно. А есть семьи, где нету просто ни отца, ни матери, например. Ну, и, кстати, это тоже неплохой вариант, да? Но в нем есть свои плюсы и минусы, так скажем, да? Понимаете? Да. То есть, или, ну и так далее, да. То есть, ну, понимаю, друзья. Я не жалуюсь, я тебе просто объясняю, но то есть свои причины, что я такой, понимаешь, что я не женат, и что я вот не пидель, да пошел нахер, понимаете, стал ужас, да, понимаете, ну то есть, да, нет, дело не в том, чтобы в юбку впилиться, как бы, да. Я не про это тебе говорю, просто это как бы какое-то мужское, ну то есть, то достижение какое-то мужское, что ты не просто шлюху какую-то снял на ночь, и там набухался и кого-то там даже забеременел. А то, что ты поухаживал за кем-то, добился, да, так или иначе, даже, да, то есть, ну, значит, ты сам себе дал разрешение на это, понимаешь? Значит, все, я уже что-то собой представляю в этом мире, или как бы, или ты понимаешь, что как бы, ничего страшного, что, да, то есть, что ты добьешься, ну, то есть, да, вот я понял уже, да. Ну вот видишь, да, то есть все понимает он тебя, да. Вот, а как так, чтобы совпало? Вот это уже работать надо, не только над собой, да. Ну, над собой, но над своими навыками, мастерством, да, поймешь, да. То есть, ну да, ну я ничего тут такого, это как бы и так, извиняюсь, не знаю. Я просто тебе объясняю, что да, опасовать не обязательно, я тебе больше скажу, что у тебя времени нет на то, чтобы... Да. Ну ладно, я тут ничего не учу, да, просто я думаю, что... Что я хотел сказать? Что да, у меня только совет, ну да. Что жизнь. Да не врать, ничего, ты пытаешься наврать, не мрать. Это всего лишь вопрос времени. Я вас всех победил уже, потому что. Да. Еще раз я тебе объясняю, смотри. Да. Да, то есть вам нечего не бояться, то есть кого ты боишься? Своей собственной, то есть не можешь своим временем распорядиться. Тебе кажется, что вот тебе обязательно это делать, а оно не обязательно, или у тебя, или обязательно, но не это, вот ты можешь оттуда, или бла-бла-бла, то есть, короче, надо работать головой и осознать, да, то есть как бы союз, да, понимаешь, собственно, понял тебя, ничего, да, и вот так вот одинокий, и даже вот это есть источник романтизма, если угодно, одинокий, настоящий, ну да, нет, что ли, романтик одинокий, ну будешь одинок, да, и дальше что. Да, ну работать надо, да. Ну, да хватит уже, надоест. Я уже, у меня просто уже времени не хватает. Я не виноват, что вы ничего не понимаете. Ну да, наша проблема. Надоедает. Да. Мрысь. Переврался, блин. Кто-нибудь все наизнанку выворачивает, понимаешь, скажет. Это ваши проблемы, понимаешь? Тебе еще раз говорю, ну вот наоборот, да, типа того. То есть имеешь спокойно свою женскую жизнь, жить и все, да. То есть ноги раздвигай, мучайся и рожай, и да, делай добро. Вылизывай всех и будь как тряпка. Безымянная, бесфамильная вообще никакая. Да, добрая. И любящая, ну, наверное, любимая скорее, чем любящая. Ну, может, любящие это что-то такое советское, и что-то настолько все уродливое, вот эти мопсы, которые... Это что-то такое из прямо вот это... Помнишь, что это, да? Это из Silent Hill, что любящая мама, это что-то... Да, это вот... Чахоточная... Пошел на них. Короче, любящие – это активная фаза женского бытия, которой нету просто. Такой, не есть... Ну нет! Заткнись, мразь, сука! Да, это у тебя просто. Это всего лишь вопрос времени. Ты зачем врешь на меня все время? Потому что у тебя есть своя выгода членососа. Вот и все,
да. Бесплатно. Нет, я мопсиков имею в виду в переносном смысле. Это как из людей делать уродов. Да, понимаю. То есть это ужасно просто, понимаешь? То, что когда женщина в активной фазе, это зло. Потому что у них нет активной фазы, они же... Им это не... Самое смешное, им это не надо, и они про это прекрасно знают, понимаешь? Но знают не как мужики, а они как бы... Ну, как бы, они... ну, наоборот, они ничего не знают, типа того. Вот если они ничего не знают, тогда все хорошо. Ну, понял тебя. Ну, то есть они чувствуют это. То есть по-настоящему. То есть они где-то внутри души там такой просто, да, монстр там, да. Да, да, да. Так, поняла тебя, да. Да. Мужу своему любила, нет? Ну нет, кто? Ну хорошо, в старшей семье, кто у тебя там? Кто тебя содержит-то? Да, ты что такая злая, что ты сама себя содержишь? Что, тебе нормально так? Что, можно жить так жить, что ли? Нормально тебе не весело? Да. Меня это не касается. Просто так. Да. Я тебе говорю, это просто, даже говорить не о чем. Просто тут, да, меня не касается, я ничего не навязываю, просто это там, да. Можно психологом работать и раскапывать это все говнище, меня это не касается. То есть, как бы, да, то есть, реально так, понимаешь? То есть, и, да, очень, да пошел, ну, просто я поражен, насколько я, как бы, нашел, как сказать, путь жизни. Спасение — это значит, есть какой-то монстр, который ты, к которому лезешь в пасть, но боишься такой и спасаешься этим. Потом снова лезешь, потом снова боишься, понимаешь? Это что-то не то, это шизофреничное, что-то больное. Понимаешь? То есть нет никакого спасения. Есть просто жизнь, ее надо жить, понимаешь? То есть это искусственно, специально само, понимаешь? Это вот лучше ничего нельзя придумать, чем придумать спасение, понимаешь? Есть такой способ мышления, как спасение, да, то есть... Ну, он не просто так появился, ты правильно понимаешь просто. То есть это как бы подарок шайтану. Ну да, ну, лжи, короче, понимаешь. Потому что, ну да, меня это не касается. Ну, не важно, это так, это свое. Не суть разговора, просто дольше будет. Я просто к себе, ну, это он имеет. Нет, это... Ну, он это имел. Да, этот, нет. Да. Ну надо работать, ну вот поймешь, меня, понял меня теперь. Вот и все. Самого уха, ты что думал? Ну ты и есть цивилизация, по сути, так. А у женщин еще лучше, понимаешь, она вообще. То есть они ведь не просто так. Ты прикинь, если ты как человек мужчина, и ты с собой такой, я как раз, что я мужчина, а не женщина, правильно? То есть как это клево быть мужиком, да? То есть прикинь, а у женщин так, они, ой, мы так не рады, женщина. У них что-то такое есть, что, то есть как бы мы даже не догадываемся, может, про это, понимаешь? Да, то есть, ну, наверное, да. Ну или как-то догадываемся, но как бы только так, как внешне, как. Ну поймешь, короче, не знаю я. Надоело уже просто. Но это ничего не значит. Ну и что дальше? Детей рожать? Мужа своего? Я-то здесь при чем? Взяла метлу, полетела ко мне. Нахера мне здесь? Кому надо будет, я сам приду и начну ухаживать, понимаешь? А как ты думаешь, почему я не начинаю ухаживать? Не знаю, потому что я тупой, наверное. Но это не так важно. Ну, за каким-то... Нет, это во-вторых, но все равно можно как-нибудь на какую-нибудь пьянку прийти и все равно где-то подцепить на внешность, как говорится, да. Ну да, меня это не касается. Ну так вот оно и происходит, да, поэтому надо с родителями знакомиться, да. Надо из дома брать сокровища, понимаешь, что она вот в РЦ спрятана. Тебе надо прийти, получить допуск через... Да. Вот, не раз даже. Да. Да. Ну ладно. Выясняется, они такие, ой, мы такие все невинные, а потом выясняется, да, поняла, знаете, да, да, да.